хочет дать положительный ответ, тот будет громко аплодировать. Понятно? То есть если ответ будет «да» на мой вопрос, вы должны громко хлопать в ладоши. Попробуем? Среди вас есть сладкоежки? Кто согласен, кто должен хлопать в ладоши, чтобы мы вас видели? Ой, сколько сладкоежек сегодня. А есть ли тот, кто любит песни Муслима Магомаева? Ой, конечно. Теперь мы знаем, что включать, Олег Викторович. А есть ли любители посмотреть телевизор? Ну, понятно. А те, кто спортом занимаются, есть? Молодцы. А рыбаки? А модницы? Модницы есть? Большинство. А певцы? Вы поете, да? Мы вас приглашаем к нам в ДК петь. А танцоры? Ну что же, вижу, что есть все, кто пришел сюда пообщаться в дружеской атмосфере. Есть такие? Все. Тогда после такого близкого знакомства я приглашаю всех потанцевать под песню Муслима Магомаева. Есть у нас такие песни? Найдем, сказал Олег Викторович, поэтому продолжаем танцевальную программу.